Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Ну что же, у нас 21 ранг, мы в золотой лиге. И сыграем мы сегодня, наверное, за бабаха, а может быть за орех. Орех нас уже подводил, причем неоднократно, он постоянно фейлится. Начнем тогда с картошечки, может быть перейдем все-таки на 22 ранг, хотелось бы. Ага, заразительная сальца. Давно, ребят, давно я не играл против нее. Но персонаж прикольный, когда есть с кем играть. Так, ну что, здесь мы с тобой, наверное, вот это уберем пока. Уберем крокодильчика. Вопрос интересный. Ладно, хорошо, оставляем. Ход зомби. Мы по рангу с ним абсолютно одинаковые. Но вот что у него за колода. Так, у нас есть фонарь, но нет площадки, да? И есть орех в броне. Вот как думаешь, кто там у него? Опс, вот это не задача. Хотя, в принципе, ребята, что? Я ему нанесу 2 урона, соответственно, я смогу его добить в любой момент. Это, в принципе, несложно. Единственное, если он, конечно, не будет прокачивать. А это сейчас мы посмотрим. Как видишь, ничего он прокачивать не стал. Мы его убрали с поля боя. Угу. Так, заразительная сальца что-то там напрягся, что-то там думает. Да ладно, на танцорах, что ли, решил сыграть. Точно, друзья мои, он решил сыграть на танцорах. Прокачивает своего охламона. Ну, а мы с тобой сделаем тогда немножко по-другому. Я беру кактус и... И все. Только кактус я, наверное, и возьму. Погнали. Допустим. Адьюс. И уничтожаем всех остальных. Двигаемся дальше. Так, у нас есть 2 ореха. Вот что вот у него там. Я, честно говоря, ума не приложу. Ну, давай так сделаем. Вытащили орех. Просто хочу посмотреть, кто. Опа. Ладно, предположим. 2-2. Он, кстати, может уничтожить, если у него есть... А, вот ты как сделал. Мне кажется, это глупо, на самом деле. Прокачка делается, да? 5-2. Ну что же, прокачка-то прокачка. Я с этим ничего сделать не могу. Сейчас посмотрим, что он вытащит. Вот так вот он делает. Угу. Так, друзья мои, а мы с вами сделаем следующим образом. Так. И, пожалуй, вот так. Ну, еще, ко всему прочему, я сделаю вот так. Давай посмотрим. Так, наносит. Ну, это его право. Что он дальше сделает? Ради бога. Все? Красавчик. Так, ну что, мы его добиваем. Плюс прокачиваемся. Могилоед. Так, друзья мои, я думаю, что нам... Что нам... Подожди-ка, у него... Давай сделаем вот так вот. Просто интересно. Да ты заколебал, а? Так, получи. Этот тоже получает свои звездюльки. У нас с тобой, если что, есть защита.
Так что волноваться пока не стоит. О, как делает. Ха. Получи тогда в лобешник. Отлично. Так, здесь мы с тобой сделаем ландшафтик. Вот такой вот. И позовем орех. Нормально. Ну что, посмотрим, что у него там есть. Допустим. Двигаемся дальше. Виноградинка. Да ладно, в лоб что ли дает? Ты смотри, а. Так, если у него такой партизан еще раз будет, то это, друзья мои, будет плохо. Давай сделаем так. Ну и на всякий случай, наверное, еще вот так. Поехали. Ну, у него срабатывает защита, это понятное дело. Я не знаю, правда, что он там. Скорее всего, уничтожает раненые растения. Скорее всего. Ну, смотрим. Так, задумался. Если у него этот шляпник, то мне крышка. Хотя, подожди, шляпник наносит всего лишь 3 единицы урона. Что-то заразительное сальце задумался. Так, допустим. Тут вампирчик. И это все? И это, я так понимаю, все, да? Ну что ж, погнали тогда. Ха-ха-ха, я так и понял. Но у тебя фокус не получился. Я ведь знал, ребят, что у него есть эта карта. Рикошет. Ради бога, делай рикошет. Только тебе уже в любом случае крышка. А нет, хотя подожди. Все, крышка. Ну, заразительное сальце не смог против нас устоять, потому что здесь слишком крутая колода. Крутая, как я высказался, да? Да нет, обычная колода на самом деле. Просто мне повезло. Ну, давай попробуем еще сыграть. 10-й ранг нам дают. Интересно, кто это и что это? Что это вообще за колода здесь? У профессора Москотака? Слишком крутых вы мне даете сразу персов. Ё-моё, слишком крутых. Ну куда? Ну куда вот это вот все? Жесть. Это жесть. Ты посмотри, что они мне тут насували. А он размещает двух танцоров. Да, это не очень хорошо. Ладно, посмотрим. Так, а вот здесь, а что вот здесь? Вот это вот только бомбануть, если. Это единственный варик. А с другой стороны, зачем? Погнали. Так, у нас с тобой сейчас защита должна. Нет, не срабатывает, потому что у этого мишень стоит. Так, ну а теперь надо, наверное, что-то с этим делать. Давай я вот так вот сделаю. Посмотрим, кто у него тут. Вот как. Срабатывает. Ну, пузырь мы оставим с тобой. Единственное, что он сейчас будет добор, конечно, делать. Но это недолго у него продлится, веселуха. Так, смотрим.
Этого мы с тобой убрать сможем легко с помощью удара солнечного. В принципе, сделаем так. Сделаем так. Прокачать, что ли? Давай прокачаем, фиг с ним. Прокачаем и плюс сделаем вот так. Я просто хочу посмотреть, кто у него там. Ага, вот как. Наносит 2 единицы урона. Окей. Защита сработала. То, что нужно. Так, пока ее оставим, эту бомбочку. Она нам пригодится еще. Как тусенок у нас есть, это хорошо. Это хорошо. Так, как тусенок. Что нам сделать? Давай, наверное, вот так поставим с тобой и... Ну, это на всякий случай. Кто там у него будет, фиг ее знает. Так, минку, наверное, рановато будет ставить. Давай поставим столб фонарный. Так, кто у тебя? Ага. Вот так вот. Ну что ж, хорошо. Хотя на самом деле ничего хорошего нету. Мы сейчас вот этого уничтожим сами же, да? Плохо. Ну что, прокачал своих охламонов, да? Теперь довольный? Даже так. Смотри, смотри, каждый сделает по выстрелу. Каждый делает по выстрелу. Ну что, нам с тобой остается только вот так сделать. Сделать так. Да плюс вот так. Ну а сюда поставить мину. Только вот такой вариант. Все, ребят, больше ничего не остается. Ну, защита сработает, не волнуемся. Так, это пока придержим. Поехали. Жалко, мне, конечно, нету отхила какого-нибудь. Он бы мне сейчас очень бы пригодился. Так. 2 энергии он потратил на это все, да, получается? 4 и 3. 4 и 3. Ладно, сделаем с тобой, наверное, вот так вот. Ага. Ну и сделаем вот так. Просто посмотреть хочу. Вот, ребята, бонусная атака, оказывается, у него есть. То есть в любом случае, даже если бы он был бы здесь, я бы все равно не смог ничего сделать. Ну, картошки можно проиграть разочек. Это допустимо. Я просто лопухнулся по поводу того, что поставил когда кактус, и пес переместился на другую линию. Соответственно, с одной хпшкой он не смог добить. А если бы у него было бы хотя бы побольше немножко здоровья, то, конечно же, мы могли бы совсем другой исход был бы. Я тебе говорю. И вот вишня-то нафиг она не нужна. Зачем я ее вообще взял? Хотя в некоторых моментах она очень даже спасает. Так, ну что, здесь, как мы видим, бесячество опять. Его высочество бесенок. Ох ты. Ох ты. Я не верю, что он на спортсменах будет играть. Так, нам нужно дожить с тобой до крахмала как-то умудриться. Бесенок, давай ставь кого-нибудь. Опять спортсмен, да? Опять у тебя спортсмен. Так, что дальше он будет делать? 4 энергии. Смотрим. О как. О как.
Так, если мы с тобой сделаем... Это фигово. Он же прокачиваться будет, да, у нас? Будет. Он будет прокачиваться. Поэтому сделаем вот так с тобой. Так, сколько у него там? 3-5, по-моему, да, будет? А, нет, 4-4. Ну, его мы снесем с тобой. У нас есть ананас. 6-4. Все зависит от того, что он сейчас влепит. Если он хочет сейчас играть на доборах карт, то это не его вариант. Вот так, он ничего не стал делать. Наверное, он понял. Наверное, он понял, да? Сейчас будет вызывать, скорее всего, своих паршивцев. А нет, наносит 2 единицы урона. Ладушки, двигаемся дальше. Опачки. Видишь, все-таки он хотел на доборах сыграть, но не тут-то было. Поэтому я ставлю вот так. Да и, пожалуй-ка, наверное, вот так. Интересно, догадается, что я хочу сделать? Опа! Не пожалел, да? Спасибо огромное. Кстати, очень круто. Нам выпадает космический огурец. Опять этот хламон. Опять этот охламон. Как бы тут лучше сделать-то, даже не знаю. Можно, в принципе, лужайку сюда поставить. Да и вот так сделать. Да и все, пока. Что он там придумал? Абсолютно ничего он не стал делать. Видимо, доборы ему нужны. Еще один крахмал. Ну что, будем огурец выставлять? Наверное, будем. Поставлю сюда огурец тогда. Ну а сюда, наверное, поставим орех. Так, у него пират здесь. Но у него дофига энергии. Так, зомби получает 3 плюс 1. Вот так вот. Плюс вешает кровожадность. Так, и наносит 1 единицу урона. Плюс еще 2 единицы урона. Я не знаю, что он тут придумывает. Бредятину какую-то на самом деле. Твою налево. Хорошо. Ну что, применяем с тобой или как? Да, наверное, применять будем сейчас. Этого в расход сразу же. Даже не обсуждается. И... Давай, наверное, вот так вот сделаю, на всякий случай. На всякий случай. Да и вот так сделаем. Давай посмотрим. Ага, зомби получает 3 плюс 1. Хорошо, он мне уничтожит огурец. Мы все равно карту получаем. Так. И 8 хп у него остается. Да, в принципе, все, ему крышка. Я не знаю, что тут нужно сделать, чтобы меня тут обыграть. Ну, только если вот этим вот. Да, опять же, это все. Подожди-ка. Давай я вот так, наверное, сделаю. Ну и...
Давай вот так вот еще. Поехали. А зомби прячется в надгробии. Вытягивает карту. Так, а мы с тобой можем посмотреть, кто там у него, да? А, ну мы же и так знаем, кто там у него. Так, сейчас двух бесед, наверное, будет выставлять. Не, не стал. Пять единиц здоровья мы ему оставляем. То есть, скорее всего, сейчас будет крышка. Да, у нас с тобой стражей целая куча. Ну что он тут сделает? Плюс орехи с доборами. Все. Он сдался, ну понятное дело, тут, конечно, вообще без вариантов. Я бы тоже, наверное, сдался. Так что я говорю, ореху проиграть можно. Он как бы заслужил себе. Так, а мы с тобой должны перейти на следующий ранг. Поэтому давай-ка еще разочек. Блин, мне как-то нужно вернуть былую славу моему разгрому. Потому что его потеснил ржавый разряд. Так, кстати, неплохие, неплохие тут картишки даны. Во. Блин, как вот, когда вот выпадает профессор мозг-атака, сразу думаю, что это будет колода на доборах. То есть добирать будет карты. А потом эту, как она, кровавая луна. Ну, задумался. Неспроста. В нашем случае очень хорошо помогает нам, конечно же, вот этот кактус. Слушай, Юрос, у него, кстати, 26 ранг, это нормально, я думаю. Чтобы до тут добраться, надо фурычить все-таки, не просто так. Ничего он не стал делать. Я вот не знаю, стоит ли нам ягоду с тобой выпускать или... Или кактус, а потом ягоду. Или ягоду, потом кактус. Неизвестно, что... Опа, доборчик. Так, смотри-ка. Неужели на доборах? Да ну, не может быть. Скорее всего, просто у него выпала эта карта. Точнее, изначально она была у него в руке. Но вот это вот раздражает, когда начинает 3 часа сидеть и мусолить. Сопли на кулак наматывает. Бесят меня такие люди. Давай тогда уж, чтобы ты сдался. Если он думает, что он протянет время и у меня игра глюканет, то пускай даже об этом не надеется. На эмуляторе игра никогда не зависает. Опа, смотри, что он делает. Я думаю, что на него даже тратиться не стоит. Пускай наносит урон. Мы потом просто подставим туда ягоду. Вот эту вот, и все будет хорошо. Замечательно. Так, смотрим, кого он сейчас выставляет. Может быть, даже шпасту лужайку просто выставим и все. Опа. Чё-то, мне кажется, тут доборы, друзья мои. Скорее всего. Скорее всего, здесь будут доборы. Так, сделаем с тобой, значит, вот так. И, пожалуй, вот так. О, как у него. Естественно, ему лучше ходить вот этим. Или же вот этим стрелять. Но он что-то не то сделал. Возможно, целенаправленно так бомбанул. Ладно, сейчас посмотрим. В любом случае, эти трупики будут. Этого уничтожаем. Да, всех троих забираем с собой. А мы теряем только лишь кактус один. Ну и получаем единицу урона. У него будет 19 хп, у нас будет с тобой 18. Жалко, конечно, что не под ягодку все это дело пошло. Так было бы круто. Ну и что, все, что ли? Сдается парень. Не успел начать играть, а уже сдался.
Понятно тогда все. Ну, бывают и такие. Мы с этим ничего, к сожалению, поделать не можем. Начал, как говорится, бодренько, а закончил фиговенько. Ну что, 22 ранг. Как мы хотели, так и получили. И двигаемся с тобой дальше. Так, ух ты, а против Йети я вообще 1000 лет не дрался, если честно. Йети, Нептус, это довольно-таки редкие персонажи. Он со своей заморозкой, с массовой, конечно, может здесь переполох это сделать, будь здоров. Посмотрим. Они обычно на ком играют, Йети? На животных. Да. На всяких там дрессировщицах, бабки-кошатницы. Кто у него там еще есть? Кенгуру, ну и прочая всякая ерунда. Так, ты долго там будешь воздух портить, а? Ты заметил, что он делает? Нет? Ты думаешь, сзади снежинки просто так вылетают? Нет, конечно. Да что ж такое-то? Кто это у нас было? Натила. Натила. Почему-то Натила не хочет со мной играть, к сожалению. Да, ребят. К сожалению, не получилось. Ладно. Надеюсь, следующий оппонент будет более адекватным и согласится все-таки. Так, и нам опять достается заразительная сальса. Ну что ж, давай посмотрим. Я когда играл за нее, за сальсу за эту, мне лично нравилось. Так, тут заманчиво, конечно. Твою налево поменял. Поменял, и мне выпал страж. Как он там, Шалфей, да? Оу, слушай, так это же знакомо, это же опять танцоры. Это опять колода на танцорах. Так, ну здесь, естественно, с тобой вызывать будем собаку, как ни крути. Что у него там? Ну, минус на минус дает плюс. Чисто обмен получается у нас. Так, а теперь вот надо что-то думать. Либо ягоду, либо грушу. Ну, я думаю, ты уже прекрасно понял, что здесь мы поставим с тобой грушу. Тынс. Так, окей. Смотрим. Вот так вот он делает. Вот так. А у нас с тобой либо орех. Давай, наверное, орех я поставлю сюда. За одну карту вытянем. Тем более карта неплохая. Дает нашим орехам дополнительное ХП. Ну, в лицо, конечно, нам дадут, тут не поспоришь. Слушай, а там же, по-моему, у него есть заклинание, наносит 1 единицу урона всем. Слушай, ты запарил уже, парень. Серьезно говорю, ты запарил. Давай я вот так вот сделаю, фигли. Джик. И наносит 2 единицы урона. Испугался? Правильно. Нам нет смысла тратить здесь дождик. Могилоед. Ну давай посмотрим, что он сейчас влепит. Так. Весело. Ну. Все? Я так понимаю, это все, что он мог сделать. Поэтому мы с тобой сделаем немножко по-другому. Вот так. Да и, пожалуй-ка, вот так. Поехали. Угу.
в минус. Так, этого уничтожаем. Отлично. Еще ягодка выпала. Так, у нас, не забывай, есть дождик. Оу-оу-оу-оу. Бро, ты потише так. С такими замашками-то. Ты с такими замашками будь потише. Ну, посмотрим. У него есть, ребята, наверное, уничтожение, да? Да-да-да, у него есть уничтожение. Но в любом случае защита у нас работает, так что... Пускай он не надеется там на что-то. Плюс у нас есть шалфей. Страж, вот этот вот. Которого мы можем с тобой поставить, ну и... Ух ты, даже как делаешь. Ты молодец, прокачиваешь мне. Здоровски. Слушай, а защита-то не сработала? Так, 9,6. Может быть, у него какая-то, я не знаю, есть. Даже так. Ну, давай посмотрим, кто у него тут был. Ясно все. Можно было бы, в принципе, и не трогать. Так, здесь мы, наверное, сделаем с тобой. Да, я, наверное, сделаю вот так вот все-таки. Поехали. Так, защита у нас срабатывает, понятное дело, да? Мы с тобой... Да вот сюда его перенесем, да и нормально будет. Хотя можно было бы ему, конечно, в лицо там нанести урон. Ладно, пускай пока радуется. Так, ну что, вот у нас и шалфей. Но его здесь звать заплатка. Цветок, корень растения. Ох ты. Ты гляди-ка, что он тут делает. Ну что ж, поехали. Посмотрим. Он, наверное, да, думал, сейчас... Да нет, ничего ты сейчас не сделаешь, парень. Ничего. Так, влупляем. У нас еще есть один шалфей, так что... Если он думает, что он сможет меня пробить или захочет пробить, у него не получится. А вот то, что у него 14 хп, а у нас здесь 13, в лицо ему светит. Вот это я не завидую ему. Красавчик. Красавчик. Ну давай посмотрим, насколько ты тут крепок и силен. Давай. Напстар. 123. Ну, хотя бы не испугался, начал играть, молодец. За это одобряю. Так, что дальше мы с тобой поставим? Да, в принципе, можем. О-о-о, еще и вот это. Давай-ка, наверное, сделаем с тобой эволюцию. Перестрахуемся здесь чуть-чуть, да? Вот так вот. Ну и крокодильчик сюда влепим. Так, ради забавки. Давай, давай, делай. Красавчик. А теперь получай 17. Ах ты. На дорожку, как сыкунок. Сбежал. Фу. Тогда бы хотя бы не понтовался и не делал свой вот этот последний удар. Ну что, друзья мои. Так, мы получаем с вами... Угу. 4, да? Нужно еще одну победу, чтобы нам перейти на следующий ранг. Попробуем. Попробуем. Картофан сегодня в ударе. Опачки. Ржавый разрядик против нас. Если хорошо умеет играть чувак, то... А тем более это какой-то кореец. Значит, 100% умеет играть. 100%. Так, я не знаю, нужно ли нам с тобой вот это убирать. Давай так сделаем. Лишь бы не спортивная колода. Остальное, в принципе, все будет нормуль. А у ржавого разряда как раз именно спортивная колода и рулит. Ну, тут 15 ранг. Хм. Это неплохо ты начал. Давай-ка сделаем так.
Зомби с броней. Это самый первый стандартный зомби. Смотрим. Даже вот так вот. Даже вот так вот ты делаешь. Ха. Слушай, это интересно, это очень интересно. Ну давай посмотрим. У него, кстати, не забывай, есть одна энергия. Что-то может пойти не так. Вот, видишь? Видишь, что он сделал? Типа меня перехитрил. Но это ему так кажется. Так, берет доборчик. Ну что? Сюда поставим минку. А сюда поставим ягодку. Остается ждать. Так, защита... А, нет, защита не срабатывает. Так, ну здесь минус. Ага, этого прокачиваем, да? Он вот этого прокачивает. Интересно. Мне уже интересно становится. Как бы здесь так лучше сделать-то, а? Ну давай вот так вот, на свой страх и риск. Зомби получает плюс 5 к здоровью. А почему он именно за него так держится, именно за этого зомби? Я не знаю, если честно. Так, что у нас там выпадает? Сюда переместим. Так. Угу. Что дальше? Проснулся, что ли? Я не понимаю. Или что с тобой случилось, парень? Что-то не то с тобой случилось. Так, прокачиваемся с тобой, естественно, еще дальше. 16-4, оу. Изумительно. Изумительно. А если еще вот это вот сейчас поставлю, о, это будет вообще трэш. Верно? Так, посмотрим. Уничтожает растение. Ну ладно, уничтожил. Крахмал ты мне. А вот про этого ты забыл, наверное, да? Вот про этого ты забыл? Ух, да тебе еще и повезло. Тебе еще и повезло, как утопленнику. Ну что ж, тогда придется вызывать все-таки корень. Нам вызвать придется корень. Видишь, что делает? А кто там у него сидит? Ага, зомби под защитой, понял. Зомби под защитой. Ну, вытягиваешь две карты, хорошо. Так, у него получается, значит, 5-10 хп. У нас 25 к атаке идет. Зомби с ведром на голове. Мы можем с тобой вот так вот сделать, к примеру. Нас ничего не ограничивает в этом. Плюс мы можем с тобой поставить... Ну, вот орешек, например, сюда, да? Сюда вот так вот шипики. Просто хочу посмотреть на его реакцию. Вытягиваешь две карты. Ну, ладно, вытягиваешь. И у тебя две энергии. Что ты делаешь там? А, все зомби получают +1, +1.
Понятно. Ну, ничего не вышло у него, короче, друзья. Пытался, пыхтел он, но не вышло. И мы с тобой перешли на 23 ранг. Ну что, друзья мои, думаю, что на сегодня будет достаточно. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!